Глава региона Сергей Меликов отреагировал на обращение матери военнослужащего. Выходца из Дагестана, его призвали в зону спецоперации из Москвы. Женщина рассказала, что ее сын стал жертвой неуставных действий со стороны командования. Командир роты применял физические наказания к парню, оставлял в зоне обстрела, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье молодого человека. Глава Дагестана сообщил, что взял ситуацию на личный контроль и для принятия правового решения постпредство направило документы в военную прокуратуру. Я хотела бы поблагодарить главу Дагестана Сергея Меликова за то, что он так оперативно отреагировал на мое обращение, понял мои материнские переживания, взял вопрос на личный контроль, а также людей, которые не остались равнодушными к моему призыву. Это огромное спасибо им всем, что поддерживают наших ребят-выходцев из Дагестана, которые сейчас защищают рубежи нашей Родины.